Добрый день, коллеги. 21 августа 2021 года. Большая теплица. Хотелось бы рассказать о том, что уже готово. Хочу показать красотку. Грозди. Вот, несмотря на то, что дожди идут неделю, вот, кое-где появились, вот, буквально тут несколько ягод есть, лопнуло, вот, которые самые зрелые. Уже почти готова красотка, ну, еще пускай недельку повисит. Вот уже полностью готов химрод. Гарольд полностью готов. Гарольд вообще уже очень хороший мускат. Сахара набрал хорошо. У химрода вот маленькие грозди. Такой очень приятный вкус. Землянично-ананасовый. Очень хороший сорт. Сейчас его посадил на улице. Посмотрим, как он на улице будет. Покажет себя в следующем году. И, наверное, будем отсюда убирать, потому что здесь немножко тесновато. Аладдин тоже почти готов. Ягода крупная. Видно. Крупные грозди у Аладдина. Тоже почти готов. Вот уже Гарольд. Где-то порядка 6 килограмм я срезал на неделе. Сейчас буду тоже собирать начну. Блестящий уже готов. Но так как он может немножко повисеть, поэтому пускай висит. Потомок ризомата тоже уже хорошо окрасился. Сахар набрал, но тоже пускай повисит еще. Вот. Потомок ризомата. Страны, где больше попадает света, там очень хорошо окрасился. Блестящий. Здесь он такой немножко зеленцой. Но сахар набрал очень хорошо. Он блестящий. Потомок ризомата. Такие немножко грозди растрепанные. Но ягода очень крупная, вот особенно, которая дальняя, она окрасилась уже. Ягода очень очень крупная. Потомок ризомата, хороший сорт. Так, с этой стороны. Тассан тоже уже готов. Прошлые выходные резать не стал, потому что была еще маленькая кислинка. Сейчас уже полностью готов. Тоже хорош. Очень хорош. Тоже надо сегодня пару ящиков нарезать. Иду. Сенатор Павловского тоже окрашивается, но еще недельки две пускай повисит, сахара наберет побольше. Тоже нагрузка хорошая на него. Лора почти готова. Ягода. Тоже пускай повисит. Уже потоп почти готов. Кишмиш столетия. Вот он. Уже тоже очень, очень приятный. С образным мускатиком со своим. Ну, сахара не так много, как хотелось бы, но вкус очень приятный. Так, ну и здесь мускат новошахтинский уже окрасился, но еще тоже пускай повисит. Есть пока кое-что другое, что есть кушать уже. Так, в этой теплице
Вот. Супага уже тоже набрала свой куст. Очень приятная. Своеобразным вкусом. Московский устойчивый тоже уже готов. Сахара тоже очень много набрал уже. И Алешенькин. Тоже огромные грозди. Просто огромные гроздища. Не знаю, сколько будет килограмм. Тоже уже готов. Косточка коричневая. Но пускай еще недельку повисит. Пока будем Гарольда кушать. И остальных. Так что... У меня так в этом году. Все, всем спасибо.